Московская государственная консерватория имени Чайковского и компания Huawei объявили о начале глобального и стратегического партнерства. Совместно планируют реализовать несколько образовательных проектов, проводить научные исследования и технические разработки. Профессора будут тестировать профессиональную аудиопродукцию. Стремительное развитие техники и цифровой техники, разумеется, не обходит стороной ту сферу, в которой мы все здесь находимся. А дело в том, что как раз вот экспертиза наша, она наиболее ценна не только в технических параметрах, а именно в тех, которые не поддаются никаким точным измерениям. Это человеческий слух, его совершенно особая фантастическая способность чувствовать оттенки, чувствовать стилистическую, жанровую особенность каждого исполняемого звука. А тут, кроме консерватории, этим никто распорядиться не может. Партнеры планируют соединить современные технологии и вековые традиции классической музыки. Во всем мире, и в частности в Китае, мы с удовольствием приобщаемся к миру культуры. Традиционная классическая музыка имеет важное значение не только для китайских слушателей, но и оказывает большое влияние на систему музыкального образования. Поэтому в рамках этого сотрудничества мы хотим сосредоточить внимание на образовательных проектах, которые принесут пользу не только профессионалам, но и обычным людям. Сотрудничество предусмотрено на перспективу 10 лет.